Амичи собирают деньги, чтобы выкупить лошадей из частной конюшни. Нескольким кобылам и пони, по мнению людей, грозит истощение. Как уверяют зоозащитники, владелица не заботится о здоровье животных, экономит на кормах и попросту наживается на прокате лошадей. Их часто можно увидеть у театра юного зрителя и Орликина. Живут лошади в частном секторе во дворе обычного дома. Показать животных нашей съемочной группе хозяйка отказалась. Кроме того, по словам других владельцев животных, только за последние несколько месяцев в этой дворовой конюшне погибло несколько лошадей. Все на глаз можно увидеть, что лошади не получают должного ухода, кормления. Если бы еще это была одна лошадь, можно было бы предположить, что она болеет, например. Но у нее все лошади находятся в таком состоянии. В областной федерации конного спорта и вовсе требуют запретить катание на лошадях в городе. Большинство владельцев животных не только не соблюдают технику безопасности, но и вовсе не имеют на лошадей документов, паспортов и справок о прививках и состоянии их здоровья. Знает там и о конюшне с якобы больными лошадьми. Раньше, если у нас в городе занимались катанием только Омский ипподром и больше не занимался никто, то сегодня занимаются буквально все. Пошли, купили пони, привели себе во двор, в выходной вышли к цирку, покатали, заработали денежек себе на хлеб с маслом. Про животное забыли, что ее нужно кормить, но это надо искоренять.